Здравствуйте, с вами Евгения Саженцева, я психолог-практик, также я богослов по образованию. Я вчера начала поднимать такой очень острый социальный вопрос, и сегодня тоже хочу его продолжить по поводу цен на жилье у нас в России. Знаете, я вот по своей деятельности психолог и ежедневно слушаю моих клиентов по поводу абьюза. И очень многие сталкиваются с тем, что психологически-то вроде бы люди созрели к тому, чтобы расстаться с каким-нибудь тираном. Но большинство из них не могут расстаться со своим тираном именно по каким-то, например, жилищным вопросам. Потому что, извините меня, вот цены даже вот на съем жилья сейчас такие критические, которые ставят человека такую зону выживаемости. Потому что если ты всю зарплату будешь отдавать просто на съем жилья, то на еду у тебя останутся копейки. И смысл в том, что психологи, конечно, могут помочь жертве разобраться, тиран твой, муж там или кто еще. Часто еще родители бывают абьюзерами. Но это как бы не решает проблему. Потому что основная проблема в том, что наше государство не контролирует вот эти цены на жилье. В стране происходит беспредел. И я в целом понимаю, почему такое происходит. Потому что цены-то дорожают везде. И ни для кого не секрет, почему это все происходит. Люди на свои услуги повышают цены, вынуждены повышать, потому что иначе не выжить. Мне вот как психологу тоже, скорее всего, придется поднимать услуги на свои цены, потому что мне вот, например, тоже нужно снимать жилье. Многие сейчас в этой обстановке оказались. Поэтому вот тема абьюза, она еще не первостепенная. Чтобы, может, многие бы разъехались со своими тиранами, но им, например, не позволяет вот этот вопрос.